Всем привет! Сегодня мы поговорим на такую тему. Может ли полиция принудительно доставлять в ТЦК, в центры комплектования? Итак, в принципе, тут нужно понимать такую вещь, что полиция может привлекаться для доставки граждан в ТЦК. Тех граждан, которые, например, не являются за вызовами сотрудников ТЦК. То есть не являются по повесткам или, например, по телефонным каким-то вызовам, если это возможно, и так далее. Но есть один нюанс. Может такое быть? Да, может. Но исходя из действующего законодательства Украины, такое может быть только в случае наличия ухвалы про примусовый привид. То есть если сотрудники ТЦК обратились в суд, получили соответствующую ухвалу, они ее дают на исполнение, и тогда полиция не просто может, она обязана принудительно доставить такого человека туда, куда предписано ухвалой. То есть при наличии такой ухвалы принудительное доставление с, так сказать, применением физической силы возможно и предусмотрено законом. Без такой ухвалы, в принципе, они могут рекомендовать, предложить вам проехать ТЦК, но прям принудительно и применить к вам физическую силу, в принципе, исходя из действующих положений действующего законодательства, они не могут. То есть вот нужно четко понимать, что предусмотрено законами, какие положения на сегодняшний момент у нас действуют, и соответственно, знать свои права. Если это видео было вам полезно, не забывайте его комментировать. Также напомню, что если вам нужна любая правовая помощь от специалистов нашей команды, то записаться к нам на консультацию вы можете по телефону нашего контакт-центра. Консультация у нас платная, телефон в описании к этому видео. Всем успехов!